Всем привет, с вами я, Диман Спарта, и я по-быстрому делаю это видео, потому что сейчас на улице жарко, сильно проветривается, слишком шумно, и приступим. Итак, хочу вам сообщить одну такую новость, ВК ты заколебал. Теперь у нас открыт второй сервер Техноленда. На этот раз он уже чисто рассчитан на, скажем так, именно игроков. Как видите, сделано только надписи, спавн, но в принципе, зачем тут делать как-то все очень такое красивое, если, в принципе, развиваться здесь будете именно вы. Сервер не рассчитан на то, чтобы он был абсолютно публичный. Да, на нем, как и на первом сервере, есть вайп, но есть одно основное различие. ВК ты опять заколебал. Первое из отличий, то что этот сервер чисто игровой. Хоть он и с вайт-листом, как первый, но он чисто игровой. Здесь вы можете спокойно развиваться. ПВП по согласию. Это обязательный критерий. В итоге вы можете нарваться на конфликт. Но это... Я думаю, вы не глупые. Вы сами это все поймете. И второе основное отличие. На этом сервере вы можете творить все что угодно. А первый сервер рассчитан чисто под стрим, записи, летсплей и тому подобное. Приглашаться в гости будут лично люди... Ну, которые более или менее отличились на первом, ну, точнее, не на первом, на втором сервере. И будет даже все очень-очень хорошо, надеюсь. Потому что все-таки вот этот сервер, он чисто сделан был специально для людей, которые хотят с нами поиграть, но не могут. То есть, в принципе, я здесь буду время от времени находиться на втором сервере. IP второго сервера будет указан, но прежде чем попасть на сам сервер, вам нужно будет оформить заявку. Это займет у вас от силы, ну, минуту, может, две. Как видите, здесь уже живет Кирилл. Первый, кто имел большое такое желание поиграть с нами, но не мог, потому что... Ух ты, он даже в Сумеречный лес уже сделал портал. Вот шустрый малый. И новенький он молодец. Как видите, уже тоже всего понадобывал. Молодец, впрочем, Кирилл. Ничего я не могу сказать. Бляха-муха. Да, также со мной можно связаться через Raid Call. Но я думаю, для вас это будет абсолютно не проблема. Скачать указана ссылка в группе. Именно в обсуждении, как можно попасть на сервер. И там уже можно будет найти и оба IP-адреса сервера. Но только единственный минус, что на первый сервер приглашаться будут уже индивидуально. То есть теперь я, чтобы на первый сервер попасть, нужно, чтобы было согласие мое, Севланика и Женька. Потому что в основном на первом сервере будут всегда идти стримы. Ну, это просто для меня самое любимое, самое простое, потому что записать видео это муторно. Ладно, не буду ваше время оттягивать, плюс Кирилл со мной хочет пообщаться в рейд-коле. Ссылка на заявки будет указана в описании, IP тоже в описании. С вами был Диман Спарта, это был Техноленд, второй сервер. Всем спасибо за просмотр и удачи!